Процедуру ЕГЭ ждут изменения. Такие планы есть у Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В новом учебном году ЕГЭ по математике будет разделен на два уровня – базовый и профильный. Сдавать оба уровня или один – выбор за учеником. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать базовую часть математики. Для поступления же в профильный вуз потребуется и профильный уровень. В ЕГЭ по иностранному языку появится устная часть, обязательная для получения 100 баллов. В 2015 году изменятся и сроки проведения экзамена. Он пройдет в феврале и апреле. Так что у тех, кто не сдаст ЕГЭ в первый раз, будет возможность повторить попытку.